Всем привет! И сразу скажу то, что сегодня, к сожалению, матча не будет. У меня там игра что-то залагала, поэтому я в нее даже войти не могу. Вот такая вот грустная история. Но состав собрать могу, поэтому погнали. Так, сначала раскручиваю схему, потом иду открывать паки. Так, схему я выбрал. Осталось узнать, что за схема. Ой-ой-ой. Выглядит больно. Ладно. Погнали. А знаете что? Я открою эту карточку Summer Stars. Поехали. Это первая карточка Summer Stars, которую я поймал. И это Де Брюйне. Кевин Де Брюйне. Жалко, он под схему не подходит. Придется тогда другой какой-нибудь пак открыть. Потому что Кевин, опять же, либо, ну, только на ПФА и ПФД. На ПП у него не полная химия. И давайте я возьму Дракслера. Ну, вот просто вот так. Угу. Лига 1. Пари Сен-Жермейн. Дракслер. Все. На счет 3. Раз, два, три. Поехали. Так, сюда нужен игрок ПСЖ. Сюда тогда просто немец какой-то. Воланд. Так. С верхом разобрались. Теперь осталось разобраться с низом. Я потому что фиг его знает, как все это буду делать. Поехали. Ла Лига. Испанец. Ага. Нет, стоп, Реал. Ага. Кстати, здесь можно кое-что интересное сделать при помощи Казамио. Блин. А, ну в принципе, НЛВ здесь вряд ли получится. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Меня вот эти обстоятельства как-то больше радуют. Хотя нет. Лучше вернуть все как было и да. Винисиус на фланге, все хорошо. С этим кое-как разобрались. Тогда сюда нужен тоже какой-нибудь бразилец. Ага. Фабиньо. Алисон. И сюда тогда игрок. Так, стоп. Раз, два, три. Да, сюда еще один бразилец нужен. Слишком много, конечно, бразильцев, я понимаю, но, блин. А, хотя, стоп, а почему я не могу взять игрока из Ла Лиги бразильца и вот так вот сделать? Так, все хорошо. Блин, ну нет, слишком много бразильцев получается. Так, окей. Сейчас что-нибудь придумаю. Наверное. То что, наверное? Что думать-то? Сюда нужен просто какой-нибудь клуб. Так, у нас получается Ла Лига и Лига 1. Окей. Значит, каким-то магическим образом сюда нужны два испанца, я понял. Не из Ла Лиги. Аркано. Адам. И сюда у нас тогда спокойнейше влетит... кто? Та лига у нас уже есть, АПЛ. Тогда сюда тоже кто-то нужен, испанец из АПЛки. Тьяго. И сюда Салах. Так, ну состав собран, теперь считаем лиги. Лиг хватает. 4 лиги есть. Испанцев, конечно, аж пятеро, но что поделаешь. По нациям. Франция, Германия, Бразилия, Испания и Египет. 4 плюс 5, все хорошо, и состав собран. Опять же, извиняюсь за то, что нет матчей, но что есть, то есть. Ну и давайте я, чтобы видео таким коротким прям не было, пооткрываю какие-то пакцы. И да, кому паки не интересны, можете уже выходить. Я надеюсь, то, что это видео вам, в принципе, понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого еще, конечно, не сделали. Скоро вас ждет видео по FIFA Online 4. Ну, все относительно, конечно. Там его надо будет заснять.
Там его надо будет еще что-то сделать. Но паки уже готовы и ждут того момента, когда я их открою. Это такой мини-спойлер на будущее. У меня, пожалуй, все. Просто смотрите паки вообще без любой моей озвучки. А как... Я сейчас чуть сердце не потерял по дороге. Ну, прикиньте, что было бы, если бы я Неймара Тотса поймал сейчас.